посеял где-то 1 000 000. По предшественнику ячмень, а зимой пшеница. Здесь так получилось, что пришлось перекрывать через рядок, здесь междуряди 25 сантиметров для того, чтобы как бы собрать густоту в один рядок пшеницы. Здесь мы посели в срок. Я смотрю, кущение здесь места. Ну, 4-3. Конечно, выглядит все не так хорошо, но все равно. Следующий уже участок у меня 2 миллиона и так далее. Но вариант такой есть. Вариант такой существует. 50 килограмм приблизительно. Здесь немножко еще междурядье зеленцы дает ячмень, то есть падалица ячменя. Но все равно уже лучше. Просто рядочки, они уже просматриваются. Рядочки просматриваются.